любители аншлага и кривого зеркала без труда вспомнят комика Юрия Гальцева. В ранней юности у него был скоропалительный брак, в результате которого родился наследник. В студенчестве Гальцев познакомился с будущей супругой Ириной Ракшиной. На заре отношений им пришлось очень непросто, денег не хватало, они ютились то в общежитии, то в коммуналке и подрабатывали дворниками. В 1992 году у пары родилась дочка Мария. Долгое время комика считали примерным семьянином, пока не выяснилось, что в 2015 году у него появился сын на стороне. Тайной любовницей Гальцева оказалась актриса Мария Насырова, которая на 30 лет моложе юмориста. Артист купил для избранницы и младшего сына квартиру в Питере, однако так и не оформил развод с законной женой.